В отдел по гражданству и миграции Сергей Иванов обратился в связи с необходимостью. Он гражданин Российской Федерации, который недавно приобрел квартиру в Бресте и планирует связать свое будущее с нашим городом. В связи с этим ему необходимо оформить постоянную регистрацию и вид на жительство в Беларуси. В качестве альтернативы сотрудники предложили ему получить новые биометрические документы. И Сергей Александрович не видит причин отказываться. Пришло письмо из МВД, значит, что мое, значит, здесь пребывание в Бресте утверждено, вид на жительство одобрен, и для этого мне нужно сейчас получить новый документ. Если быть корректным, речь идет не об одном, а сразу о двух документах. Первый из них – ID-карта, которая внешне больше похожа на водительское удостоверение. Это пластиковая карточка с фото и данными владельца. Она будет применяться в качестве основного идентификационного документа внутри Республики Беларусь. Второй документ – собственно, вид на жительство. Он по-прежнему остается бумажным и предназначен исключительно для выезда за границу или въезда в Беларусь. Для граждан нашей страны новый комплект биометрических документов состоит из ID-карты и паспорта. Сделали очень быстро, за 15 дней. Предпочтение отдала, так как 21 век, уже все переходим мы на новые карты. И места много не занимает, во-первых. Во-вторых, я думаю, что рано или поздно мы все к этому придем, через какое-то время. Ну и уже раз пришлось менять, мне подошло время к сроку, я уже решила сразу сделать новые образцы. Оформление биометрических документов не является обязательной процедурой. До настоящего времени сохраняется альтернатива, и можно получить паспорт или вид на жительство привычного образца. Вместе с тем, новые документы имеют повышенную степень защиты от подделки и, к тому же, позволяют получить большое количество электронных услуг посредством различных информационных ресурсов, не выходя из дома. Процедура подачи. Гражданин непосредственно подходит в структурное подразделение по гражданству и миграции по месту своей регистрации и подает документы на новый биометрический паспорт непосредственно здесь, по месту своей регистрации. Также имеется альтернатива, если гражданин подает документы на биометрический вид на жительство, паспорт гражданина Республики Беларусь или ID-карту второй раз, то он может сдать уже не только по месту своей регистрации, а в любом подразделении по гражданству и миграции Республики Беларусь. То есть в этом тоже есть определенные преимущества. Биометрические документы выдаются сроком на 10 лет, а для тех, кто не достиг 14-летнего возраста, на 5. Они содержат фотографию, отпечатки пальцев и электронную подпись владельца. А вот отметок о регистрации, браке и детях в них нет. В этом и нет необходимости, так как данная информация имеется в ресурсах МВД и запрашивается посредством электронных услуг. К слову, сегодня в Брестской области уже выдано более 30 тысяч ID-карт, поэтому подобная практика расширяется и постепенно набирает популярность.